Магадане наградили волонтеров общероссийской акции «Мы вместе». В период ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, горожане из группы риска вынуждены были находиться на самоизоляции. На протяжении нескольких месяцев волонтеры акции «Мы вместе» ежедневно оказывали им посильную помощь, доставляли продукты питания и медикаменты, помогали в решении психологических и бытовых проблем. Всего колымские добровольцы помогли более 15 тысячам человек. В молодежном центре прошло награждение наиболее активных волонтеров. Из рук главы региона неравнодушные магаданцы получили памятные медали, учрежденные по распоряжению президента Российской Федерации. Уже практически 2 года мы с вами живем лозунгом «Вместе мы справимся». Это наш девиз. Мы с ним работаем, меняем Колыму. И вот случилась эта беда, пандемия. Это уже вся страна объединилась под лозунгом «Мы вместе». Нужна была четкая позиция, моральная, прежде всего, поддержка людям, которые должны были почувствовать, что они не брошены, не оставлены или предоставлены сами себе. И то, что вы сделали, дорогого стоит. Большое вам спасибо. Всего медали получат 74 добровольца из Магаданской области. Сегодня награды вручили 35 волонтерам. Остальных поздравят 5 декабря, в День добровольца.